Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики, неравнодушные зрители моего канала. С вами я, принц Юриэль. Дорогие друзья, сегодня вот 23 июня, и наконец-таки у нас пошел дождик, и хоть как-то посвежало, и нету той духоты, которая была, и как-то можно спокойно вот посидеть, и вообще здесь замечательно как-то стало. Вот, а то просто душно, невыносимо. Ну, хотел бы вообще обратить внимание на вчерашний день. Вчера была круглая дата, ну, помимо того, что я уже вчера сказал, что моей бабушке исполнилось бы 74 года, вот, и, конечно же, это был для меня дорогой человек, и который действительно за меня переживала, и вот, она была, кстати, по профессии учитель английского языка, работала в соцзащите. Вот, я не сказал вчера об этом, но я думаю, что в прошлых видеороликах я когда-то говорил, но сегодня как-то я поподробнее скажу. Итак, она, знаете, всегда переживала за всех, и вот могу сказать, что отличалась очень хорошим образованием, эрудицией, она много знала вот, в плане английского языка, то есть она вообще просто была... можно сказать, асом в этом плане. Она всегда, вот мы с ней, я помню, когда я был, наверное, в пятом классе, в шестом, седьмом, мы с ней, ну, как бы вместе английский изучали, ну, как она помогала где-то английский, как-то вот благодаря ей у меня хоть это стала пятерка в аттестате. Вот, честно говоря, ну, вообще свет-то был. Человек, светлая была бабушка, вот, и всегда как-то вот выручала, когда попадал в какую-то сложную ситуацию в жизни, ну, вот с теми же учениками, которые, так сказать, надо мной издевались, вот, когда я подвергался буллингу, это вот еще было 2003-2004 год, помню, всегда приходила в школу, если что-то вот было не так, вот, то есть, ну, просто вообще, не знаю, таких людей поискать, наверное, просто вот. Вот, ну, конечно же, она еще работала в интернате для глухих, вот, и обучала ребят с пониженным, либо с отсутствием слуха вовсе, то есть... Вот, она обучала дактильной речи, жестами также обучала. Ну, в большей степени она, конечно, вот, была, конечно, учителем английского. Ну и, конечно же, она, я забыл еще сказать, что одно время была даже заведующей отделением музыкальным Амурского педколледжа. То есть это вообще разносторонней она была женщина, вот очень... хорошая, замечательная бабушка. Ну, светлая, вечная память. Вот. Вот. Ну и что хочу сказать, дорогие друзья. Вот, ну, вообще, ну, вот поделитесь своим мнением, у кого были такие же замечательные родные. Вот. Было ли такое, когда вы к ним были привязаны? Ну, напишите в комментариях. Так, ну, а сейчас пока все. Ну, и еще вот, знаете, вот напишите, вот была ли у вас какая-то тоска вот спустя несколько лет после того, как ушел из жизни, допустим, ваш любимый родственник там, либо родной человек, и была ли у вас тоска долгое время? Вот, пишитесь в комментариях. Мне вот интересно, вот, если вы поделитесь своим опытом как-то, как вы пережили это и как вы справились вот с горем. Вот, спасибо вам. Ну, напишите. Буду очень признателен. С вами был я, принц Юриэль. В следующем видеоролике вот я сейчас поговорю уже о сегодняшней круглой, ну, точнее, вчерашней круглой дате. И все, что с ней связано. Ну, с вами был я, принц Юриэль. Пока с этим, ну, пока все. И так вот грустно, конечно, то, что нет уже 8,5 лет моей бабушки. Ну, что же сделаешь, это вот... Она болела очень сильно, у нее был сахарный диабет, осложнение, там давление было большое. Вот.
Ну ладненько, давайте увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока.